Насколько мне известно, сейчас в команде с учетом МКС 7 крайних защитников. Я слышал твои комментарии. И что, какая у тебя реакция на это? Ты понимаешь, зачем это так делают? Или... Честно, нет. Вот который на МКС, вообще не понял. Как будто в моменте случился из-за суматохи трансфер ради трансфера. Потому что все в очень сжатые сроки, ну вот решения принимались. Поэтому вот так бац-бац-бац, собрали, грубо говоря, кто пришел. То есть пришли крайние защитники, надо было взяли. То есть вдруг они а-ля на другую позицию раскроются. Плюс вот первый матч, на 100% был уверен, что буду играть на МКС, потому что как минимум речь об этом заходила перед турниром. Мы много раз говорили, и там первый тур мне говорили, потерпи, ну, первый тур МФМ мне говорили, потерпи до МКС, все будет нормально. Идут бац, неожиданность большая. Вот, поэтому, блин, тяжело как-то это комментировать. Не хочется никогда говорить плохо о тех, кто приходит в команду, да и пока мне нечего плохого сказать. Поживем, увидим. Надеюсь.